Сусвітний день науки заснований Генеральной ассамблеей ЮНЕСКО 13 годов тому. Разом с тем у Беларуси есть и национальное свято, присвященное этой сфере деятельности. Оно припадает на третью неделю студеня. А лишь науковая супольность не делит науку по национальных предметах. Если я в своей области занимаюсь, положим, механикой, во всем мире, ну, порядка там 180-200 человек занимаются механикой. Я их всех знаю, все меня знают, понимаете? Поэтому это вот такой котел, в котором мы варимся и обмениваемся явно, либо неявно идеями и совместно движемся вперед. Подтверждением этому стала встреча у ГДУ имя Франциска Скорины. Сюда с докладами прибыли представники Гомельского филиала Национальной академии наук, университетов и науковых установ в области. День науки стал доброй нагодой отзначить головные достижения последних годов, знайти агульные направки науковой деятельности и объединять намагания для новых открытий. Сярод ВНУ нашего региона активная инновационная деятельность ведется Белорусским державным университетом транспорту и Гомельским державным университетом имя Франциска Скорины. Для оценки деятельности каждого вуза есть целый ряд международных рейтингов. Рейтинг, который учитывает так называемый индекс Хирша, вебметрические рейтинги, и которые, на мой взгляд, дают достаточно объективную оценку, ну что ли, уровню научных исследований. И вот в соответствии с данными рейтингами вузы нашего университета в Беларуси и в мире занимают, ну, достойное место. Ну, кстати, я хочу отметить, что наш университет, так называемый в веб-метрическом рейтинге, входит в число 15 лучших университетов мира, а всего анализировалось 24 тысячи. Флагманом же фундаментальной прикладной науки Гомельщины является Институт механики металлополимерных систем имя Белого. Он занимается распроцовкой новых материалов и выполняет проекты союзной державы. Гомельских специалистов запрашивают на головные международные конгрессы, а их распроцовки высоко оцениваются на сусветной арене. Я хочу поздравить людей, занятых наукой, людей, которые пользуются плодами науки, с этим профессиональным праздником, пожелать дальнейших успехов, новых достижений. В этом очень почетном и многом обязывающем нас поприще. Ганна Ковалева, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».